Сегодня на фестивале университетского спорта в Екатеринбурге начался турнир по греко-римской борьбе. В соревнованиях принял участие первоуралец Кирилл Потураев. Соперником 17-летнего спортсмена стал студент из Азербайджана Саид Ахундзада. Предварительный поединок в категории до 82 килограммов состоял из двух периодов по 3 минуты. В первом Кирилл проявил свой характер, и к перерыву счет схватки был ничейным. Но во втором периоде первоуральцу не хватило опыта. Итог 7-4. Победу одержал соперник. Кирилл Потураев – воспитанник секции греко-римской борьбы, расположенной в микрорайоне Динос. В этом году спортсмен стал победителем первенства Уральского федерального округа в весовой категории до 72 килограммов. И занял 7-е место на чемпионате России среди участников до 21 года.